что я успела в камеру. Ну, не успела. Ну, школьники. Колледжане. Красный. Ну, купили мне новый телефон. Ну, так, знаешь, красненько, но не сильно. Ну, будем сейчас заказывать шаурму. Ребята, там пошел парень. Стой, сейчас. У него такой огромный букет роз. И они просто гигантские. Не видно. Ой, ребят, наревелась я. Марску очень плохо, честно. Мы перестали его колоть, потому что у него и пена изо рта была, и он вообще ничего не ест. Мы понимаем, что лекарства, ни кровь не останавливают, ничего. В общем, он лежит вообще в плохом состоянии. Я брала его на руки, он вообще дышит очень и очень тяжело. И сейчас вот от него ушла, потом подошла, и, знаете, у него какие-то всхлипывания, прям он кричит. Ну, тихо, как бы, не знаю, просто зовет, наверное. Наверное, он умрет. Мы очень расстроены и, не знаю, ревелись. Привыкли. Любили его очень. Любим. Плохо так, конечно, говорить. Любим. У меня двухмесячным котенком был. Более 2,5 лет он у меня. Мы сделали, конечно, что могли. Я пихала в него еду, хоть я немножко разозлилась до этого. Он меня очень покорябал, у меня даже рука припухла. Вот у меня здесь вот припухлость даже. Что вы думаете? Все равно я ему пихала эту еду. И он вообще он ее просто выплевывает. Не дается. И воду он сегодня очень мало пил. Ну, у нас надежды вообще нет, если честно. Если мы вчера еще надеялись, что, может быть, он оклемается, мы сейчас перестанем колоть, может, у него как-то аппетит появится. Хуже намного себя чувствует. Он вообще не может держать голову, не может встать. Мне очень тяжело, ребят. Я поэтому мало снимаю. И ужас. Мы продали мой айфон, я снимаю, кстати, уже на новый телефон. Купили очень бюджетный, чтобы оставить деньги там за квартиру. Все расписано по финансам. Даже нет возможности поехать, чтобы там на него потратить что-то, потому что мы сейчас к переезду готовимся, нам на другую квартиру будем переезжать, и нам надо с этой все рассчитаться. Там другую квартиру задаток отдать. Ну, в общем. Ребят, очень тяжело, честно. Не знаю, я уже даже Игоря прошу. Говорю, не разрешай мне больше заводить никаких кошек. Это очень тяжело, ты привыкаешь, и они болеют, и это ужасно. Честно сказать, у меня до этого кот Тимошка был, он прям на моих руках умер. Я там с ним лежала на полу, и он умер. Мы вообще там у нас вообще было трудности. Там мы жалели жутко, что не нашли денег, нигде не заняли. Потому что у нас Игорь был тогда без работы, его уволили. У нас не было денег. Вообще не было, ребят. Мы жили, я училась, то, что мне там папа 1003 давал в месяц там. И мы жили на эти деньги, и благо Игоря папа нас там кушать готовил. И, в общем, такая была ситуация, что у нас там не на кота, у нас даже на себя денег не было. Ну и мы, правда, вот нигде так не занимали, потому что, знаете, даже если моим родителям сказать, там, займите там пару тысяч на кота, они как-то к этому, ну, не знаю, все люди по-разному реагируют на кошек. Кто-то говорит, вы что, дураки, что ли, на кошек тратятся? Ну, в общем, тот раз мы вообще ничего не делали, только я какие-то капли покупала, пытались привести его в чувство, но он тоже дня 3-4 лежал и сдох. Было в августе, я помню. Ну, это мы его потом похоронили. А с Марсиком мы приложили очень много усилий, и я ни о чем не жалею. Честно, мы очень много потратили, но я ни капли не жалею. Мы боролись, мы старались. И у меня, конечно, в сердце есть надежда, да, что, может быть, он оклемается, но его состояние, конечно, говорит об обратном. Ну, в любом случае, знаете, даже
То чувство, что ты старался и боролся, оно, конечно, лучше, чем когда ты ничего не делаешь. Но, с другой стороны, такая обида. Мы так, ну, душу вложили в его лечение. И действительно, все покупало, мы все делали. Мы купили дорогущий корм, чтобы он там, у него не было проблем с мочевым. Не знаю. Мне очень трудно, честно. Просто кот, но... Для меня это не просто кот. Ребят, Марсик умер. Умер 8:30. Мы его несли. Мне нечего сказать.